В Казахстане начнет работу полиция нового формата. Сегодня депутаты Мажилиса одобрили соответствующий законопроект в первом чтении. Он подразумевает передачу подотчетности правоохранительных органов от Министерства внутренних дел местным акиматам и маслихатам. Начальники полиции будут назначаться акимами областей и городов. Разработчики документа отмечают, что МВД при этом сохранит единство и целостность системы. Законопроектом закрепляется отчетность руководителя местной полицейской службы перед местным сообществом не реже 2 раз в год перед акиматами и маслихатами и 1 раз в год перед населением. Такая подотчетность будет способствовать прозрачности работы этой службы. Таким образом, основным критерием оценки деятельности местной полицейской службы будет мнение населения.